Если мы хотим, чтобы наше сердце привязалось к Аллаху Субхану Тааля, обладало этой привязанностью, если мы хотим испытывать ту сладость веры, которую мы испытываем в месяц Рамазан особенно, после великих обрядов поклонений или в момент тауба насуха, искренней раскаянности, этой сладостью, да, постоянно, чтобы это присутствовало, нам надо постоянно, и этот процесс нескончаемый, до тех пор, пока существует земля, до тех пор, пока вы живете. Следить, управлять, контролировать тем, что нас занимает. И удалять. Вот как делет. Чистите, да, периодически компьютер свой. Чистите. Вот то же самое чистить надо себя.